геронтологическом центре «Спутник» прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека. Студенты и преподаватели Шадринского финансово-экономического колледжа, ученики и педагоги школы номер 2, а также работники Шадринского автоагрегатного завода совместными усилиями организовали праздничную программу. Акция у нас традиционная, уже несколько лет. Мы ездим в геронтологический центр «Спутник», и наши студенты Шадринского финансового колледжа с акцией «Частичка добра» каждый год сюда приезжают и дарят свое внимание, любовь, возможно, теплоту пожилым людям. Мы приезжаем на День пожилого человека, и у нас традиционная акция еще проходит к Новому году. Эта акция уже стала городской, и вот в этом году у нас получается акция межведомственная, потому что не только финансовый колледж, еще и Шадринский автоагрегатный завод, школа номер 2 и ШГПИ присоединились к нашей акции. Концерт открылся торжественным вручением изображения святого Николая Чудотворца, написанного Юлией Дмитриенко. Вам в дар я рада предоставить свою картину, выполненную авторски. Это картина изображения Николая Чудотворца. И он, почему выбрала я именно эту картину, именно этот сюжет для изображения? Потому что он такой же почтенный старец, как и все вы. Он является святым покровителем России. Более того, я рождена в день этого святого. У меня папа носит имя тоже Николай. Поэтому я считаю, что он будет очень удачным украшением вашей творческой мастерской, либо библиотеки. Праздничная программа включала большое количество песен и танцев. В перерывах между выступлениями два артиста в образе бабушки и деда в русских национальных костюмах развлекали всех собравшихся в зале своими шутками. Особенно тепло публика встретила исполнение авторских стихотворений и песню под гитару. Вообще участвовать, везде принимать участие. И так как я учусь в театральной студии, в музыкальной школе, поэтому я решила еще и здесь прочитать из своего репертуара, чтобы как-то разнообразить программу концерта. Во время исполнения песен военных лет на лицах зрителей появилось задумчивое выражение. Каждый из них думал в этот момент о чем-нибудь своем. Вполне возможно, что многие вспоминали дни своей былой молодости. Вручение памятных подарков стало добрым завершением праздничного концерта.